Да, он сказал, потому что Каренин ему это проверял как-то документы. Документы там не все в порядке. Он точно говорит, нельзя строительство. А он сказал, имея в виду нас, и Каренин говорит, он матом обложил, говорит, меня лично. Управы над ним нет. Он говорит, это моя земля до 15 числа, я вырою котлован. И вот что бы то ни было. Коренюгина матом обложил? Да. Вот то именно, да. Чайка обложил Коренюгина матом? Да, да, да. Это вам сам Коренюгин сказал? Да. Он в кабинете, говорит, он говорит, на него управы нет. Управы нет, только, говорит, надеяться только на самих себя надо. И вот мы вышли по этому. И вот так. И он говорит, не хочет ни с кем разговаривать, говорит, надо продержаться до 15-го, после 15-го, говорит, конечно, мы ему никогда больше не продлим, никаких действий больше не будет.